Что, посмотрим немецкую эту машину? Лощина. Ну, лощина хорошо гнется. Почти как наша. Спасибо. Я тоже хочу. Подожди, за мной. Сразу это на рентгене. Смотрите, вот здесь отходы сразу же, ведерочка, то есть ровненько обрезается. Германия, Германия. Интересно. Да, сейчас посмотрим сверху, вид сверху. Они туда же лощину закинули. Вот это, грубо говоря, воскотопка. Топится здесь высокоплавильная ванна. Да, ну интересно, интересно, интересно. Когда вы топите чистую лощину, а когда вы топите галей. Ну там прикольно. Вот воскоплавильная ванна. Только мне вопрос, как ощущается воск. Потому что они сейчас лощину и перетапливают. Ну открой. А где же все вот эти дезинфекции, где происходит, где ну, вот там отделение происходит? Ну, наверное, температуру она просто держит, скорее всего. Не, ну у нас же несколько этапов промыла. Вот там вот температура. Видишь, туда стекает, и там оно опять. Подожди, а где лента? Лента образуется? Нет, тут ничего, тут автоматов. Смотри, отсюда течет прямо на вальце. Вот, равномерно вот это вот стоит там, ну, планка. Интересно. Прям течет. А что за цена? Там нету цены? Подождайте, сразу на вальце. Ну вот, охлаждение. Мы как раз вовремя. Алло. Алло. Дальше мы идем, опять турецкая фирма, пластик тут. Так, турецкий пластик, ящики, ящики. Что это такое? Яйца. Ну просто пластик, да? А, это вот это, смотрите, какое интересное, ну, раскрой. Да, это когда с нуклеуса раздвигается и получается. Ой, ну, стоп. Подожди, я приблизился. Держи. Ну, это вопрос, когда вот от стыки, да? То есть вот такой вот замочек, шипс, и становится в нуклеус. То есть и как бы и разделитель Гофмана интересный, да? Несложно. Ну, то есть два уголка, а один тут буква Г, да? Ну, можно, я думаю, придумать. Так, опять эти. Это какой-то. Кулек какого-то попроси. Опять, видите, чик, прилеточка. Не знаю, мне очень нравятся эти штуки. Так, а это клетковый заградитель. Опять-таки все читают дно.
принципе, такой же, да? Платочек для пыльцы. Качество исполнения видите сами, да? Тут еще рассказал, но у них даже с английским у всех проблемы. Почему? А, это для натяжки. Для натяжки проволоки. Немного тоже сложновато. А, это с электронаващивателем сразу. Вот почему такая конструкция. Вот вам вариант для обрезки рамок. Легко моется, опять-таки, пластик хорошего качества. Сами на YouTube. Мисочки, да? Там у них, походу, и сот уже свой есть. Вон цифры. А это что такое? Для мисочек, походу, для отлива. Ух ты! Интересно, что это. А это силиконовая форма, да? А только... А воском. Ух ты, у нас такого, у нас есть силиконовая форма, но чуть другого плана. А здесь это у нас наоборот, эти пупырышки торчат, и с них снимаются мисочки. А здесь, получается, вы выдавливаете. Интересное решение. Первый раз такое видим. Так. А вот, ну это декоративный какой-то маленький дымарик. Лейки. Так, а вот эта позиция, это у нас скоро такая появится. Наверное, возможно, уже, когда это видео выйдет, уже появится эта позиция. Это шпатер для переноса маточного молочка. Не знаю даже для чего. А, это может ручка. Поилки. Яички, какие-то крепления. Ну, тут не все для пчеловодства. Компания занимается больше животноводством и птицеводством. Ну и по совместительству. Так, что это такое? На турецком английского нет. О, китайские ножи. Ножи-утюги я их называю. Потому что он тупой, как я не знаю что. Но на канале «Белорусское пчеловодство» было видео, где этот нож определенный может выполнять, ну, решать определенные задачи, да? Мы не будем говорить, что он плохой или хороший, он просто нужен для определенных задач. Так, а это... Он тоже тупой и толстый, не знаю, удобно ли будет им обрезать. Вот такие вот сеточки. Ой, ну клеус ППС, типа лысонили, но не лысоль. Не лысоль. Да их. И вот такие вот нуклеусы из пластика. Ух ты, а вот он. То, что я и думал. Это походу их не сот. То есть для вывода маток они свой набор уже запилили. Турки. Да, на 57 небольшой. Интересно, кто-то пользовался? Ну вот, смотрите, как там места мало занимает. А, тут нету бегудей. Нету бегудей в наборе. Поэтому столько и места занимает. Все понятно. Ну вот, смотрите, набор. Да, кассета. Крепление, мисочка и крепление для мисочки. Блин, вот такой вот шикарный захват из нержавейки. Сейчас он где-то тут. Ага, сейчас одну секундочку. Не очень удобно. Не пойму, зачем он такой высокий нужен. Так, ну опять-таки, миллиард видов стаместок. А вот. Стаместка молоток, как вам? Я даже боюсь представить, ну как бы мы ввели стамеску вот в этом году европейку, да, ну вот что для чего вот эти разные штуки. Надо посмотреть обзоры иностранные, а вот. Это как холодное оружие прям. Не знаю, что и. Так, опять стамески. Ну, у каждой страны свое видение. Так, каток для наващивания. И такой.
фильтра, это все обычно. Вот это вот, не помню, где-то я уже это встречал. Это или ос ловить. Ос ловить, вроде. Только... Так, что у нас внизу? Ну, вилочки, цифры, 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 цифры. Вот это вот, опять оно мне встретилось. Что это такое? Что это такое? Что это? Что это? Что это? А, это... Sorry, what is this? Sorry, what is this? Ага, это для... А, все. Для уменьшения... А, или закрытие, типа вентиляции, типа литковый при... А, нет, это какая-то другая функция. Это... скажи мне. Закрывать заглушку, короче. Не пчела удалить? Да, вообще. We go... Она выходит, но не заходит. Вышла, не заходит. Вот, вот смотрите, какое простое решение. Представьте себе, вот такой вот ни звезда, ни Квебек, ни Портер, а вот такой пластмассовый треугольничек. Еще раз показываем, как он работает. Все гениально просто, да? Соответственно, здесь пчела выходит, но не заходит. Да, вы свой литковый. Ну, приблизительно, здесь, конечно, высоту у нас выше, да, по-моему? У нас больше. Ну, да. Ну, все равно, здесь есть зазор, да, и смотрите, засовываете свой этот. Ну, понятно, что литки у нас почти, ну, стандарт где-то 200, да. В свой литковый заградитель засовываете, пчела выходит. А как она выходит, я не помню. Она сюда вылазит. Она сюда зашла и вылазит. Все, пчелка маленькая. Ну так если она вылезет, что она не залезет? И? А, ну типа... Как пчелу удалить. Пчелу, ну то есть, да, ничего не надо, больших звезд. Пчелу, да. Вот Ульин, где черпает новые знания. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Молдовы, ваши коллеги. Да, да, тут нам подсказали из Молдовы коллеги, что это не пчелоудалитель, это пчелозакрыватель. Пчелособиратель. Собиратель, да. То есть пчела заходит сюда, проходит по коридору, да, и назад они толпой здесь собираются и выйти не могут, правильно, да? Ну, как-то так. Очень нам понравился этот стенд, и у них еще продолжение есть. Конечно, интересные есть решения, вот, да, пластиковые. Причем Турция недалеко, возможно, у них делать закупки. Так. Рад должен. Опять тестомески, это мы видели. Блин, а попробуй. Hello. What price is? Thank you. What price is? From Ukraine. Ukraine. На русском. На русском. Could you please give me just 1 minute? Okay. Take your time and discuss later. Так попробуй такой кайтер. Она классного качества. Она мягкая, гибкая и прочная. Ну вот, а вот кормушка. Вот такую кормушку, по-моему, российскую нам предлагали. Это что такое, почти 200 гривен. Причем, что качество было. А здесь она... Она... Я понимал, что нам еще разбирали. Очень-очень. Не знаю, по пластику хороший завод. Очень такое приятное на ощупь. Да, вот это типа для фильтра. А вот лейка с куботейнером. Да, микровина, я видел его. Нуклеус. И я думаю, что цена вообще будет. Ничего, смотрите, да? Начинает оттягивать. Ничего, да, уже и соты про это, да? Ну, то есть старт можно делать. Ничего волшебного, и кормушечка, и все в одном, и как бы и разобрал, помыл, и болезни не поселятся в пластике. А вот и бигуди. Я думаю, там бигуди можно любые. Но так, возможно, и зачем в Китае покупать, да, если подойдут турецкие.
спида у левой очень много видно. Пою, какая голова? Ну вот, решеточки их, это прополис и сборник, сразу смотрим. Габарит, наверное, нас не интересует, а вот рамка для нуклеуса, такая же. Ну, тоже крепление не очень тяжелое. Ладно, задержались мы здесь, пойдем дальше. Так, а что это у нас такое здесь? Что это? Помело. А, это лаборатория какая-то, да? Так, видео нету, попробуем посмотреть, что они. Какие-то лекарства. Лаборатория какая-то. Ну возьми, разберемся. Сейчас подходим к еще одному турецкому стенду. По-моему, в Киеве. Так, опять сетчатое дно. Вот такой нуклеус с такими сборными рамками. Штуки, которые... А, это просто. А вот с витком заградителем. Так, наверное, с другой стороны. Здоровенькие были? Здоровенькие. Чем торгуете? Чем мы торгуем? Мы всем торгуем. У нас 5 экспортеров меду Украины. А, все экспортеры, да? Да. Так, уважаемые пчеловоды, вот у этих людей вы можете им сдавать мед. Цены гарні у вас? Гарні, у нас завжди гарні ціни. У вас ще раз контакти? Багато у нас контактів. Давайте, ну ми виложимо на сайті, може, а то бджолярі до нас зараз звертаються, куди здати мед. Ви тільки дайте на мед, ми знайдемо кому здати.